В Екатеринбурге общественным активистам не дает покоя название улицы Сакко и Ванцетти. Ее хотят переименовать в честь президента России Владимира Путина. Ведется сбор подписей «за» и «против». В Иванове Сакко и Ванцетти – это две разные улицы, названные в память о несправедливо казненных итальянских эмигрантах-анархистах. Уличный опрос показал, что в областном центре не все знают, кем были эти люди. Мы их убили в связи, они были штрейбрехеры или что-то, в общем, они... Протест какой-то там, профсоюзный деятель. В школе немножко нам об этом говорили. Сакко и Ванцетти, итальянцы американского происхождения. Ванцетти, что-то знакомое очень. Как будто революционер какой-то. А вот Сакко не знаю. Раньше улица Сакко в Иванове носила название «Вторая Борисовская», а улица Ванцетти была «Третьей Борисовской» в честь городского главы Борисова, у которого в этих краях была усадьба и фабрики. Переименование произошло в 1927 году, когда Сакко и Ванцетти казнили. К Иванову никакого отношения не имели, но с учетом того, что они были анархисты. Анархизм – это одна из теорий, которая проповедовала социальное равенство, близкое к коммунизму. В то время еще анархизм не был полностью отвергнут, князя Кропоткина уважали. Поэтому решили увековечить две улицы в нашем городе в честь этих двух, в общем-то, несчастных рабочих. Мнения ивановцев насчет ворошить ли прошлое, переименовывать название улиц или нет, разделились. В принципе, я не против вот этого, то, что переименовали. Именно это, я думаю, стоит это. Да, вот, просто как солидарность с рабочим движением. Я думаю, что не стоит. Да нет, наверное, история, она есть история, что ее тормошить-то? Мое мнение так. Относиться к истории нужно с уважением и переименовывать привычные для современных горожан наименования с большой осторожностью. В Иванове власти нашли оптимальный вариант. На зданиях устанавливают таблички с двойными названиями, чтобы горожане знали не только советскую историю, но и помнили, что было до этого. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.